Толк есть, только если это люди специально подготовленные, имеющие какой-то определенный статус охранника. И желательно мужчины. Не мужчины мужского пола, ну, соответственно, не бабушки, которым по 70 лет. Конечно. Дети более послушными становятся, они знают, что бегать нельзя, баловаться нельзя, что их остановит охранник, предупредит. И лишний в школу не зайдет, знает, ой, там охрана, лишний раз попадаться на глаза. На мой взгляд, нету. Он не может применить физическую силу, так как у него нет на это полномочий. Мне кажется, нету. А как там? Вообще трудно, мне кажется, вообще в школе быть охранником. Там такой поток и взрослых, и детей. Я думаю, да? Что есть толк. Ну как, наблюдает же человек. Человек наблюдает, проверяет. Ну вдруг, мало ли, где-то подрались мальчишки. Господи. Ну да, следить, кто заходит, кто не заходит, чтобы посторонние не заходили. А вас в школе охранник следит за порядком? Так, да, следит, без пропусков не пускает. Ну, вообще, да. Только управление образования должно оплачивать охранник, а не школа.